Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это «Омск здесь». Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Собаки снова нападают на омичей. Спецавтохозяйство требует деньги, зоозащитникам не дают решить проблему. Холодное, горячее. Почему температура воды в кранах омичей ниже нормы и сколько мы переплачиваем? Как бы ни вышло боком, дрифтеры угрожают жизни горожан. Почему на неуправляемый занос не могут найти управу? Заманили в сеть, омичи устремились в интернет-магазины за покупками, правда, получают не всегда то, что заказывали. Распустить. Омский городской совет, а всех чиновников пересадить со служебного транспорта на велосипеды. Такие предложения звучали на общественных слушаниях по проекту городского бюджета, что прошли в пятницу. И, видимо, неспроста. Чиновники в основном говорили о своих заслугах, отчитываясь о работе в 2016 году. А вот бюджет Омска представили скромно. Еще бы. В 2017 году он останется дефицитным, но это в последний раз, когда закон разрешает, чтобы расходы были больше доходов. Они, к слову, 13,5 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом существенно снизились на 2,5 миллиарда. В этих условиях чиновники готовы зарабатывать на всем. Из бесплатных муниципальных помещений оказались выселены некоторые образовательные учреждения, объединения художников, спортивные клубы. Оптимизация грозит и баням. Депутат городского совета Александр Иванов в ответ на это заявил, что такими темпами Омск превратится, цитирую, в город вож. Но хуже всего обстоит дело с общественным транспортом. Чиновники пытаются оптимизировать работу автотранспортных предприятий в Омске, в числе предложений отменить 27 маршрутов и изменить схемы еще 25, но денег на них катастрофически не хватает. На субсидии муниципальным ПТП нужно 900 миллионов, в мэрии заложили всего 251. Вероятнее всего, в следующем году стоит ждать повышения проезда до 27 рублей за поездку. Выборы президента США на этой неделе в России обсуждали так активно, что лично мне даже показалось, что о волеизъявлении американцев мы говорим больше, чем о сентябрьских выборах в нашей стране. В этом убеждаешься, когда даже таксист по телефону успокаивает расстроенного поражением Клинтон коллегу. Другое дело омский губернатор. Известный своими неординарными высказываниями, он в очередной раз удивил. Перед началом заседания регионального правительства Виктор Назаров прокомментировал итоги президентских выборов за океаном. Но как? Говоря о победе Дональда Трампа, губернатор Омской области заявил, цитирую, «Этому надо только поаплодировать. Получается, Единая Россия выиграла на выборах в Америке». О высказывании Назарова написали не только российские региональные и федеральные средства массовой информации. Вообще мысль о том, что победа нового президента Трампа – это больше победа президента Путина, не оригинальна. Об этом говорят многие аналитики на Западе. Впрочем, в России высказывания губернатора оценивают по-разному. Шутка неудачная. Конечно, лучше бы и это не озвучивать, тем более публичному лицу. То есть такое сказануть, мягко говоря, неудачно, конечно. Это нужно потом долго разъяснять, там что-то оправдываться. Ну, лучше так не шутить, тем более, ну, это резонансный политический момент. Сейчас все о Трампе говорят, и вдруг губернатор такое бабахнул. Если рейтинг снимать там с рядовой публики, это одно будет, если эксперты будут рейтинг выставлять, я думаю, потеряет он, конечно, потому что эксперты сочтут, что это да, это неудачно, это прокол. Ну, не надо так шутить. Более спокойно отреагировал на заявление губернатора политолог Евгений Минченко. Что касается того, может чиновник, не может такое говорить, ну, на мой взгляд, ничего страшного в этом нет. Сказал и сказал. Тем более был в русле, который продвигали российские федеральные каналы. Что касается международного резонанса, ну, я думаю, что если уж карта Трамп равно России не сыграла во время выборов, то сейчас уже снявший голову по волосам не плачет, и все вот эти вот попытки накачать тему, ой, на самом деле это Путин победил. Но по большому счету они уже особого значения не имеют. Президент занял позицию, что будем судить по делам. Назаров сказал. Я, честно говоря, не думаю, что у него это как-то будет. Добавлю, что однопартийцы Назарова более сдержанные и, видимо, осторожны в комментариях. Заявление омского губернатора в региональном отделении «Единой России» предпочли свести к шутке.
Теперь о более приземленных событиях и проблемах. На мечей вновь нападают бездомные собаки. Сразу несколько случаев за минувшую неделю. С начала года счет укушенных идет на сотни. Отлавливать животных должны сотрудники спецавтохозяйства. Однако, как оказалось, заявки от жителей города никто уже не принимает. Говорят, вести отлов не на что. Это при том, что средства организации с бюджета выделяют сотни тысяч рублей, а то и миллионы. Дмитрий Куканос разбирался в ситуации. Ранним утром в спецавтохозяйстве работает только снегоуборочная техника. Немногочисленные сотрудники вот уже несколько недель не отлавливают собак. Сколько за это время поступило заявок от имечей ни в самом учреждении, ни в курирующем его департаменте городского хозяйства не сообщают. Тем временем бездомные собаки нападают на людей. Один из инцидентов произошел здесь, на перекрестке улиц 20 лет РКК и Шабалдина. Это не заброшенная промзона, которую бы собачья стая взяла под свой контроль, а обычный жилой массив. С одной стороны многоквартирные дома, с другой частный сектор. Место довольно оживленное и покусать могут кого и когда угодно. Одичавший пес без каких-либо причин накинулся на Сергея Бадмаева, когда тот шел домой. Животное могло разорвать ногу, но обошлось. Мужчина успел отбиться. Естественно, я сразу поехал в травмпункт. На следующий день я позвонил в спецавтохозяйство. Они мне ответили следующее, что у них нет финансирования и у них нет поэтому выездов. О приостановке отлова бродячих собак и финансовых трудностях департамент городского хозяйства сообщил в официальном ответе нашей редакции. Из-за дефицита бюджета организация даже сократила срок содержания собак до усыпления – до 10 дней. Впрочем, какими бы ни были причины бездействия, его последствия для горожан могут оказаться плачевны. Бесхозяйные собаки, как и лисы, как и енотовидные собаки на территории Омской области и всей Западной Сибири, являются одним из основных переносчиков вируса бешенства. И укус бродячей собакой может быть чреват. Ведь никто не может гарантировать, что укусившая вас собака, она не заражена бешенством. Однако в Главном управлении ветеринарии Омской области, которое выделяет субвенции мэрии на эту деятельность, говорят, что деньги перечисляют регулярно. Когда они отчитались за октябрь, у них стояли нули. Но я вам говорю, на прошлой неделе им поступил перевод 720 тысяч. За весь год уже перечислено 4808. 4 808 000 рублей. Куда и на что пошли эти деньги, выяснить непросто. Спецавтохозяйство о работе публично не отчитывается. А значит, контролировать ее невозможно, возмущаются зоозащитники. Как можно узнать, сколько тех же самых собак отловлено? Да? Только по документам. Документы подписываются департаментом городского хозяйства и специалистами спецавтохозяйства, которые, в общем, эта организация является подразделением департамента городского хозяйства. Зоозащитники утверждают, что с деньгами, выделенными спецавтохозяйству, готовы гуманно решить проблему бродячих животных и предлагают помощь. К примеру, в Екатеринбурге подобное учреждение работает вместе с общественниками. Они также отлавливают собак, а потом находят им хозяев. Так, в эти выходные в столице Урала спецавтобаза проводит день открытых дверей для всех, кто ищет себе питомца. Двери же омского спецавтохозяйства закрыты. Что может происходить за ними, страшно даже представить. Дмитрий Куканов, Сергей Степанишин и Павел Ходынский. Омск здесь. Роспотребнадзор на этой неделе предложил понизить градус горячей воды, повысив свои инициативы градус общественного напряжения. Вода в кранах многоквартирных домов может стать холоднее на 10 градусов. Сейчас это 60, будет 50 в целях экономии. Моя коллега Алена Бензик убедилась, что и сегодня горячая вода в домах Омичей до норматива не дотягивает, да и сэкономить на этом точно не получится. Замеры будем делать в разных районах города. Для чистоты эксперимента выберем средние этажи типовых панельных многоэтажек. Ну а для точности наших показаний сливать воду будем целых 3 минуты. Ленинский округ, улица Калинина. Открываем кран на полную. Температура воды должна быть 70 градусов, а это уже ожог первой степени. Но хозяин квартиры Дмитрий спокойно трогает ее рукой. Вот даже сейчас льется абсолютно горячая вода, я держу руку и
Не сказал бы, чтобы она настолько горячая, как нужно. Вместо 60 градусов всего 37. Это подтверждает шкала термометра для купания младенцев. В доме на Звездово Куйбышевского округа пенсионерка Галина Семеновна моет посуду исключительно горячей водой. Ну, в принципе, ей можно и мыть, не разводить. Хотя в ванной комнате температура воды достигает неплохого результата – 56 градусов. Но выше этого нигде не поднимается. Специально градус никто не понижает. Горячей воды может не быть по разным причинам. Поставщик не соблюдает температурный график, изношено оборудование или воду в квартирах льют неравномерно. Но чаще амичи переплачивают за недогретую воду из-за тупиковой открытой системы горячего водоснабжения. Кипяток идет к дому, а ТЭЦ быстро остывает. Эксперты отмечают, выгоднее получать горячую воду по закрытой схеме, когда вода нагревается в подвале дома, после циркулирует по кругу, а поставщику остается лишь поддерживать температуру. Но на такую систему город перейдет не раньше, чем к 2020 году. Эта проблема нетипичная. Все города Сибири подключены по горячему водоснабжению зимой и летом по закрытым схемам. Город Омск – это исключение. Ну, так сложилось у нас, как бы, вот исторически. По закону, если горячая вода в доме ниже 57 градусов, то и платить за нее надо меньше. А если термометр показывает не выше 40, то плата за нее вообще должна быть, как за холодную. Но перерасчет требуют немногие. Еще 6 лет назад Александр Рассказов посчитал, что ежемесячно вместе с водой спускает в трубу около 200 рублей. Но вызвать комиссию, фиксировать нарушения, добиваться перерасчета в суде не стал. Пожалел времени и сил. Узнав об инициативе Роспотребнадзора снизить градус подаваемой в дома воды, готовится платить за нее еще больше. Дело в том, что сейчас, когда идет температура горячей воды в пределах 60 плюс-минус 3 градуса, ну, у нас где-то держится 60-65 градусов, вот, человек горячей воды потребляет меньше, потому что он добавляет больше холодной воды, чтобы разбавить эту воду. Холодная вода, кубометр холодной воды сейчас стоит 14,63, а кубометр горячей воды где-то 89, ну, могу ошибиться, рублей за кубометр. И разница, а когда с ней уберут эти 10 градусов, тогда человек будет лить горячей воды больше. Эксперты тоже подсчитали, при снижении температуры горячей воды на 10 градусов ее расход увеличивается на 40%. Выгоду от изменений норм Санпина получат в основном поставщики тепла. Они смогут тратить меньше энергии, чтобы нагреть воду. Сегодня Галине Семеновне едва хватает скромной пенсии, чтобы расплатиться за коммунальные услуги. Женщина вынуждена экономить. Когда я в ванной искупаюсь, то эту воду я по возможности что-то простирну в ней. И ведерко, ну, по надобности, в туалет то же самое смываю этой же водой. Ну, в течение примерно 3 дней. И если депутаты Госдумы все-таки решат понизить градус горячей воды в кранах, то одновременно повысят градус недовольства потребителей. Алена Бендик, Константин Демиденко, Алексей Попов, Евгений Слепов. Омск здесь. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь на продвижении. HPIP. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя.
Непростой выдалась неделя для омских автолюбителей. В ночь на среду выпала едва ли не недельная норма осадков. В итоге каждый день на дорогах были 7, а то и 8-бальные пробки. Однако погодные капризы огорчили не всех. На парковках у торговых центров и спорткомплексов резвятся, иначе не скажешь, дрифтеры, любители управляемых заносов. Правда, порой они совсем неуправляемы. Почему дрифтеры стали для города нерешаемой проблемой, попыталась разобраться Ольга Кочкурова. Только чудом Светлана и ее сын не оказались под колесами дрифтующей иномарки на парковке супермаркета. Мимо нас проехали на огромной скорости молодежь, наверное, в машине, да, свернули, в общем, чуть нас не задавили. С наступлением холодов на заснеженные парковки съезжаются любители острых ощущений. Водители отправляют в занос не только легковые автомобили. Удержать машину на вираже способен не каждый, и часто срываются в неуправляемый занос. Профессиональные гонщики считают, что такие автолюбители рискуют жизнью тех, кто может оказаться рядом. Он несет большую опасность не только для себя и своего автомобиля, но и для людей, потому что когда машина едет боком, особенно в темное время суток, она не освещает себе в бок. Она светит прямо, а машина едет боком. Может просто не заметить пешехода. А можно пострадать и самому. Эффектные развороты, ледяная крошка из-под колес и 250 лошадиных сил под капотом. Как минимум 1 000 000 рублей на покупку Мерседеса С-класса владелец нашел, а на вступительные взносы за соревнования на специальном автодроме денег, видимо, нет. Буквально это второй раз. Но поэтому что вы делаете, для чего? Просто для удовольствия. Я люблю автомобили просто, и всегда вот, когда видел, раньше мечтал об этом, сейчас вот могу себе это позволить. Позволяют себе опасные развлечения, еще и потому, что наказания за это нет. Решить проблему дрифта на парковках супермаркетов их руководство практически бессильно. На площадках некоторых торговых центров устанавливают всевозможные ограничители для того, чтобы дрифтовать стало попросту неудобно. Однако, если парковка действительно большая, такая как здесь, то отбойники не выход. Они мешают спецтехнике, без которой очистить от снега такую площадь было бы сложно. Администрация торгового центра может вызвать автоинспекторов. Но пока экипаж доезжает до места, любители экстрима исчезают. Да и за дрифт на парковке патрульные могут разве что пожурить. Ответственности за это пока нет. Но я говорю действительно пока, потому что сейчас рассматриваются поправки в кодекс об административных правонарушениях. В последующем, конечно, мы сможем привлекать за это опасное вождение. А пока сотрудники госавтоинспекции в рамках целевых мероприятий, а также вблизи торговых комплексов проводят разъяснительную работу с водителями. Этим обычно и заканчиваются облавы на любителей дрифта. Только в прошлом году автоинспекторы 50 раз выезжали в такие рейды. Выгнать экстремалов с парковок торговых центров они смогут только в следующем году, когда поправки внесут в административный кодекс. Ольга Кочкурова, Павел Ходынский, Омск здесь. Омичи вместе с миллионами других людей несколько месяцев ждали 11 ноября, Всемирного дня шопинга. В этот день китайские онлайн-распродажи предлагали скидки до 50%. Только за последние пару месяцев товары в интернете приобрели несколько тысяч жителей региона. Признаюсь, не удержался и тоже заказал себе пару вещей недорогих. Просто я из тех, кто не вполне доверяет виртуальному продавцу. Ведь потом в посылке прийти может все что угодно. Моя коллега Екатерина Климязева пообщалась с теми, кто в этом убедился. Интернет-покупки для Марины Лариковой – дело привычное. А потому, когда в тайском интернет-магазине нашла кулон, о котором мечтала, долго не раздумывала. Заплатила $100. Через 3 недели заказ уже был на почте. Но в отделении ее ждал неприятный сюрприз. В конверте вместо кулона оказалось птичье перо. Самое интересное, что сотрудники почты совершенно не удивились этому и сказали, что это у них далеко не первый случай. Вытаскивают, чаще всего на таможне в Москве. Дело было накануне 14 февраля, видимо, какой-то сотрудник почты России или таможенник решил сделать девушке такой интересный подарок, не потратив на это ни копейки.
Требовать компенсацию с почтовой службы девушка не стала. Интернет-магазин выслал ей такой же кулон за свой счет. Однако так везет не всем. По информации регионального управления Роспотребнадзора, только в Омске в этом году ожидания не совпали с реальностью у 43 интернет-покупателей. Так, один пользователь вместо телефона получал камень, другой вместо икры – бутылку воды, третий вместо ноутбука – ношеные сапоги. Чтобы вернуть товар или деньги, важно помнить несколько правил. Здравствуйте. Вам посылка. Распишитесь, пожалуйста. Правила простые. Даже если вас просят, не подписывайте документов до получения посылки. Если она окажется вскрыта, доказать это будет непросто. Лучше всего проверять заказ при работнике службы доставки. Если вы поняли, что чего-то не хватает, требуйте бланк для составления претензии. А если все-таки рискнули и забрали нераспечатанную посылку, на всякий случай снимите весь процесс распаковывания на видео. Несмотря на риски, каждый седьмой омич покупает товары в интернете. Среднестатистический покупатель онлайн-магазина из Омска – молодая девушка от 20 до 24 лет. Заказывает в основном одежду, обувь и спорттовары. Расплачиваться предпочитает банковской картой. Владельцы виртуальных торговых площадок всеми способами пытаются заманить в сеть покупателей, привыкших к традиционному шопингу. То есть у нас есть такие инструменты, как каталог, который мы выручаем нашему потенциальному покупателю, ну и, соответственно, и объясняем, как делать вообще покупки. Рассказываем, что у нас есть интернет-магазин, что там делать покупки гораздо легче, удобнее, чем ходить там, в поисках чего-то искать. Эксперты ожидают, в этом году объем рынка интернет-торговли в стране достигнет 900 миллиардов рублей, что на четверть больше показателей 2015-го. При этом доля онлайн-продаж на рынке России не превышает 3,5% против 20% в развитых странах. Рост сдерживают законы. Запрещена дистанционная продажа алкоголя, лекарств. В ближайшее время разрешат дистанционную продажу ювелирных украшений, также существует ряд открытий с продажей продуктов питания. Мы считаем, что в интернете должно продаваться все, это должно правильно контролироваться, естественно. Возможно, этот Всемирный день шопинга станет последним, когда товары стоимостью до 1000 евро в России доставляли без уплаты налога на добавленную стоимость. Порог для беспошлинного ввоза могут снизить в несколько раз. Это, по мнению экспертов, поможет российским ритейлерам конкурировать с зарубежными. Впрочем, покупатель, которому придется платить больше, может, наоборот, отказаться от покупок. Екатерина Хлимвязева, Евгений Слепов, Александр Рябуха. Омск здесь. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь на продвижении. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. 103.9 FM в Омске. На этой неделе во всем мире отмечали Международный день КВН. В клубе веселых и находчивых сотни тысяч россиян любят игру и в Омске. Среди тех, кто когда-то выходил на сцену легендарного Дворца культуры «Звездный», сегодняшние врачи, архитекторы, полицейские, есть и телеведущие. Это я сейчас не скромно о себе. Тот момент, когда стали чемпионами города, помню до сих пор. Для других, веселых и находчивых, юмор стал делом всей жизни, в смысле бизнесом. А тех, кто продает шутки и кто теперь уже не отшутится, Юлия Боброва. Этой сцене больше 30 лет. На вид маленькая и неказистая, но в Омске она легендарная. Здесь, в Дворце культуры «Звездный», выступали тысячи омских КВНщиков, больше 300 команд. Интересно, знали ли студенты, которые стояли вот на этом месте и веселили зал, что для многих эта сцена станет судьбоносной? Тебе хорошо, а меня кобра укусила. С
Свои выступления Юрий Шалькин вспоминает с улыбкой. Сейчас он руководит собственным рекламным агентством. Говорит, этот бизнес вырос из КВН. Больше может дать, чем школа и чем институт. Когда мы делали первые шаги свои в рекламном бизнесе, первые наши клиенты – это были те, с кем я играл. Во многих командах, даже те, кто не становится фронтменами, они часто добиваются больших результатов. И не только в сфере масс-медиа. В прошлом сенатор, а ныне депутат Алексей Сокин, благодаря КВН сначала устроил личную жизнь, а потом дошутился и до политики. Когда я участвовал в КВН, мы тоже власть маленько так посмеялись над ней. И я вот досмеялся, что оказался в составе депутатского корпуса Омского городского совета. Бывает такое, что очень сильно хочется пошутить, но поскольку на тебе пиджак и галстук, ты просто не имеешь этого права сделать. А хотя так хочется. А вот команда «Полиграф Полиграфыч» все еще шутит, но теперь за кадром. Сильная бабушка. А то. Таисия Николаевна Тихачева приехала к нам из далекого села Окунево Омской области. Амичка-ведьма, Эмма-экстрасенс, полицейский телепат. Героев и сериал про ясновидящих людей Хэ придумали именно полиграфы. Это их первый опыт в создании сериалов. Там все, что там было, что круто, что мы все, что придумывали тогда еще, не окрепшим своим мозгом, мы это все шло в эфир. Мы сейчас готовим проект на ТНТ. Скоро он, мы надеемся, выйдет в осенью следующего года. Большой такой сериальный проект, очень серьезными актерами. А это преемники омских ветеранов КВН. Команда под названием «Нечто совершенно иное» готовится к своим первым играм. Много что пытались брать, менять у них, ну, они пример для нас. Ну, сперва нужно здесь попытаться пробиться, а так нам весело вместе играть. Получается, что в основном для веселья. Нам нравится сцена. Юлия Боброва, Константин Демиденко, Дмитрий Головко, Анатолий Серов. Омск здесь. В Омске теперь растут свои бананы, и это уже не шутка. Урожай экзотических для Сибири фруктов собрали в экоцентре. Банановую траву подарили одному из сотрудников 9 лет назад. В этом сентябре растение принесло первые плоды. Бананы пока зеленые, но как пожелтеют, ими будут угощать учеников омских школ, которые приходят в центр на экскурсии. А заодно покажут им растущие по соседству, столь же непривычные для сибирского региона, апельсины, гранат, инжир и фейхоа. Не переставайте удивляться. Это были самые важные и интересные события уходящей недели. Только хороших вам новостей. Увидимся.